საღამოეთმობა კინო ხელოვნების გამორჩეული წარმომადგენლის სერგო ფარაჯანოვის 95 წლის იუბილეს. საღამოზე წარმოგიდგენთ პრემიერას ხოსე მაჯინერეს დოკუმენტური ფილმისა სერგო ფარაჯანოვის სილამაზის მაესტრო. საიუბილეო საღამოზე ბრძანდება თბილისის საკრებულოსთან არსებული ეთნიკური უმცირესობათა საბჭოს თავმჯდომარე ქალბატონი რიტა ხიდირბეგიშვილი. ხოლ ქალბატონო რიტა, თუ შეიძლება. ძალიან მიხარია, რომ დღეს ერთად ვართ და ჩვენ მასურად არის უკრაინის ელჩის პირველი მოადგილე, ქალბატონი. და მე მინდა რუსულად ორი სიტყვა ვიაბუდებდა რუსულ კომპანიას და я очень рада, что вы сегодня встретились в доме дружбы. Я думаю, что такие фильмы необходимы не только для грузинского общества, но и для всех тех меньшинств, которые проживают в Грузии. Это еще раз подчеркивает толерантность грузинского народа. Это еще раз говорит о том, что грузинская земля взрастила таких глыб, как Серго Параджанов и многих других. Я очень благодарна сегодня режиссеру, который с нами. Я думаю, что премьера этого фильма сегодня для нас это будет первый камешек для того, чтобы впоследствии мы смогли пригласить сюда, я Халтунану попрошу, студентов, школьников, чтобы они поближе познакомились с творчеством Сергея. Я лично знала Сергея, он бывал у нас дома, он очень дружил с моим свекром. Поэтому для меня было вдвойне приятно, когда я до этого просмотрела фильм, он настолько теплый, что я вот с удовольствием пришла сегодня еще раз его посмотреть. И я думаю, что для вас будет тоже очень интересно. И в дальнейшем я бы попросила режиссера, если у вас будет такая возможность, вы можете сделать еще серию других фильмов, мы как-то будем это совместно спонсировать и показывать ее для нашей молодежи, для наших студентов, чтобы они знали, что происходит в Тбилиси, что было до того, и что вот на сегодняшний день мы имеем в этой области культуры. Спасибо вам большое за то, что вы пришли. Я думаю, этот просмотр будет очень интересен. Мы снимаем фильмы в основном в Тбилиси, в тбилисских старых домах и жителей. Но вот в один момент мы очень заинтересовались вот темой Параджанова и сняли уважаемую госпожу Луизу, которая была монтажером на последнем фильме Параджанова. И у нас собрался очень интересный материал. И потом вот решили, что отдельно сделать у Параджанова фильм. И вот собрался хороший материал, сейчас собрался. Но 9 января был как раз юбилей 95-летия со дня рождения. И мы сделали посвящение. Это не конечный вариант фильма, но это посвящение, чтобы был лишний повод собраться и поговорить по Параджанову. Вот это как раз этот фильм. Но мы продолжаем работать над большим фильмом. И мы уже сняли несколько респондентов. И мы решили параллельно сделать отдельный монтаж отдельных интервью, часовой. Почему? В будущем, я думаю, в партнерстве с уважаемыми людьми сделать культурный центр культуры Параджанова. И вот передать этот материал туда, и вот когда люди хотят послушать рассказы о Параджанове, вот там и прослушать, как в музее это получается. Вот мы параллельно работаем вот в этом плане. А что можно сказать о Параджанове? Вот сказано, что красота спасет мир. Я думаю, что эту красоту уже создал Параджан, который спасет мир. Просто это надо увидеть и оценить. Вот когда посмотрите, если потом будут какие-то вопросы у вас. Запланировать вас.
Да, добрый вечер. Когда мне Батунаваша сообщил, что такое будет демонстрация, премьера фильма, я с удовольствием сразу же приняла приглашение, потому что Сергей Параджанов, он считается и украинский. Вот здесь вот та идиллия, где три национальности, три страны, гордятся, что он как-то причастен. Это Армения, Грузия и Украина. Это потрясающий человек, неповторимый талант, который, будучи не славянской национальности, как мы, украинцы, он снял, может кто-то знает, фильм «Тени забытых предков». Да, это очень, знаю, да, это очень такой, с одной стороны, очень тяжелый для просмотра фильм. Его нужно смотреть именно с каким-то сознанием. И очень поражает, что человек, который не пребывая, у него нет корней, настолько проникся глубоко той культурой того региона, ему как бы иностранного, чужого, что передал полностью и культуру, и этнос наш, и традиции, и причины, что происходило в то время. Просто поражает его природное чутье, талант и умение это все выразить. Поэтому то, что вы сказали, хотите центр культурный сделать, я бы еще бы добавила, если вы еще приобщите к этому и украинцев, и армян, потому что я знаю, посольство Армении тоже что-то хочет сделать, начиная хотя бы памятные таблички на трех языках, на грузинском, армянском, украинском, дом, где жил. Поэтому это очень хорошая идея, я хочу пожелать успеха, и что в наших силах мы присоединимся. Вообще не из этого. Это совсем другое. Вы не представляете, это что?
общение с ним. Он постоянно что-то выдумывал. И не выдумывал, а создавал невозможно. Любой человек выдумывал. Однажды мы пошли, он все время говорил, куда мы пойдем сегодня, ну, после монтажа, сюда. 3-4 года он, потому что он, когда начал свой первый фильм, Сурамская крепость, я была занята, да, в другом фильме, для удовлетворителя работала. А 87 я сказала, нет, и Мария Федоровна тоже приехала, и, в общем, вот так получился этот фильм. Мы все время, значит, после монтажа ходили к нему домой, оттуда приходил весь режиссер. Вы могли там встретить, извиняюсь за выражение, вот, людей авторитетных, ну, вы сами понимаете, о чем я говорю, и любого там человека, который там дворником мог работать, и все сидели, вот это была демократия, все сидели за одним столом, и никто из себя не строил что-то, что перед Сажиком строить из себя что-то, это у него был язык, не дай бог, если бы он сказал какое-нибудь слово про кого-то, это прилипало. И все. И он точно видел суть человека. Знаете, это потрясающе. Общение. Я все время говорила, пойдемте к вам, Сергей Васильевич. Он говорил, дура, надо ходить в оперу. Это благородно. И мы шли в оперу. Мы обожаем оперу. Мария Федоровна, все его ассистентский состав, я. Мы сидим, пьем пиво. Он снял все оперы. Он прекрасно пил. Отелло. Ну, вы сидели, мы это Отелло, как-то, ну, сами понимаете, это там Верди, там это Отелло, самое сложное. Обычно мы погулять. А дело перед Новым годом. 87-й год, американская выставка проходит в Тбилиси. И мы, значит, ходим туда-сюда, рваться, и вдруг он увидела. У нас странцев, у него глаза молодые, он, значит, это самое, подсветился, и мы. Он говорит, я режиссер, они на него смотрят, вот как Георгий Николаевич, Георгий Николаевич, я тоже работала, я обожаю, их было трое, которые дружили во всем кино, во всей студии «Грузия фильм», их было три человека, это Сергей Осипович, Георгий Николаевич и Отар Давидович Йосельевич. Это были три друга, которые дружили. А с остальными они считали ниже своего достоинства, вообще считали, что это все снимают, что их подрыв, это не горы. В общем, он подсветился, и он говорит, я режиссер. Они так на него посмотрели. Он действительно был в разных ботинках ходил. И не потому, что он выдумывал. У него правда не мог. У него был сахар, он сам себе инсулин колол. Никто, соседи, вот девушка здесь там сидит, она говорит, они будут, они его кормили. Если мы приходили, ну, знаете же, там работа была, что-то, все, не каждый день сможешь. А, в общем, они на нас посмотрели, ну, видят, мы так как-то прилично одеты, и все так серьезно стоим около него, а она попробовала бы несерьезно остаться. И он их всех пригласил на Новый год к себе домой. Ну, американцы, ну, естественно, они подсуетились, там сразу спросили, узнали, кто это такой может быть, и узнали. И они пришли. Ну, естественно, мы тоже, ну, всякие там пироги. Знаете, что там стоит? Есть такие литровые зеленые бутылки. У них там чачу уже зовут кафе этих других регионах. Это все. Вот эти бутылки, он сказал, принесите фильтр. Фильтр, вот когда снимаешь, да? Ну, интересно. Пластинки. Вставляются, да, осветители, слово есть. И сделали, вы себе не представляете, что это за фейерверк. А дом, комната, если кто-то знает, ну, те, кто знает, ну, комнатушка маленькая, старый дом, дверь там наверху, все развали, все старое. Ну, они чуть с ума, ну, они принесли свои виски, там, тоники, шмотки, мы понятия не имеем, что это такое, значит, мы пьем отдельно это виски, отдельно это, а они стали пить чачу, они с ума, они вообще с ума сошли, что это было. Самое интересное, это, кажется, там с ними был один канадец, там, оказывается, собирают из разных, он был врач, оказался армянин, и вот мы с ним стали говорить на армянском, вот потом пасы. Ну, я не знаю, что мне сказать. Я много могу рассказать. Ну, уважаемую публику я не буду. Я еще раз хочу поблагодарить за такую большую работу, которую делает Хосе. Он сам очень талантливый человек. Я его обожаю, также обожаю Георгия Демурида.
талантливый вообще молодой человек, они как-то нашли друг друга, они понимают друг друга, необыкновенный тандем. Я им желаю успехов и будущих, можно сказать. Иди на голову. Кинорежиссёры Сакартвелос киноакадемии, академикоси Батони Тенгиз Маланья. Хоп, Батона Тенгиз. Я тоже постараюсь быть кратким в честь нашего гостя, по-русски беседовать. Полгода тому назад я был приглашен на международном конгрессе психотерапевтов и психоаналитиков. Это было для меня очень большое удивление, потому что специфическая, сами знаете, наука и вдруг кино. В общем, какой-то умный человек из организаторов этого мероприятия решил, что кино и психология имеют, естественно, очень большие связи. Если меня спрашивают, то это кино, это и есть психология, и наоборот, так что. И к моему удивлению, значит, там присутствовало более из стран, 100 стран, и ни больше, ни меньше, ректор Венского университета имени Зигмунда Фрейда, ну, значит, более ничего сегодня, из живых, ничего не существует, как так говорится. И было тогда три фильма, я, значит, взял, ну, они сами помогли, значит, один из моих фильмов был «Без слезы, без любви», фильм Ираклия Перегадзе «Кувшин», который, наверное, вы знаете, многие знают. И еще один фильм именно Сергея Параджанова, единственный фильм, который снял на нашей студии, на студии документальных фильмов «Грузия». Я имел честь работать, помогать ему. И по этой причине. И что я хочу сказать, что он, конечно, неимоверно популярный человек. О нем говорили вот эти представители вот этих стран, десятых стран, как просто о своем. Ну, там Феллини, Антониони звучали разные фамилии. И подчеркивалось как раз, что он сын трех народов, значит, армянин, грузин и украинец. Так что все тебя поздравляю, Украину, и, как говорит наш метр Георгий Шегелая, как раз этим фильмом он открылся миру. Что касается, чтобы не быть длинным, я поздравляю, как профессионал, я поздравляю вас, я этот фильм видел. Очень досконально, с удовольствием увидел второй раз и еще третий раз. Все. Остальные все друзья, которые там участвуют, я желаю вам это, я чувствую, что один из памятников этому великому режиссеру. Спасибо. Понравился он ему. Не знаю.
Смысл вложен в саму. Да, просто... Нет, это не было. Да, это из его коллекции. У него было очень много икон. И он просто ему подарил. Вот так вот. И осталась память о церкви Бараджанова у нас дома. Это очень приятно. И он сам сделал, но это фото положил. И я учил этот для меня очень дорогой подарок. И всегда со мной. Я знаю об этом, кстати, да. Я побеседовала с ней, с ним, но пока он не знает, как это выглядит. Спасибо. Ძალიან მოგეთ გამარჯობა. მე მინდა დიდი მადლობა უთხრა ამ ფილმის შემქმნელებს. აი ძალიან დიდი მადლობა და საერთოდ ერთი რამ არის აესკლა როგურები ხო? ჩემთვის ერთი რამ ტრიალებდა რა. Უნდა დავიწყოთ ყვირილი, надо шуметь. Надо шуметь по поводу Параджанова, люди. რომ ახალგაზრდა მე ყველაფერი ნახოს, გაიგოს და ასე შემდეგ. გამიგეთ? Параджановზია ნათქვამი კაცი იყავ კაცული და სადაც გინდა იქილოს. Ну გაჩვენონ ეს. ესა, რა თქმა უნდა და ეს ყველაფერი უნდა გაგწეს და განსაკუთრებულად მინდა აღნიშნო ის რომ აი ეს არის დასაწყისი, რიტა. აი სულ ყველა რაღაცაა მართლა უნდა შევკრიბოთ, ვიფიქროთ და მართლა აი მუზეუმის მის მაგვარი რაღაცა ასეთი უნდა შევკნათ რომ ჩვენ თვითონაც მოვიდეთ. იცით რა, იმიტომ რომ ну, поймите меня, люди, აი ახლა რო უყურებდი, ხო? Да это мечта быть в Серго Параджане. Понимаете? Это мечта, чтобы молодежь все это видела, да, и в себя впитывала и старалась быть вот таким чистым, как это был Серго Параджан. Понимаете? Независимо от того, что это за поведение. Огромное спасибо за сегодняшний день. Вот честное слово, я просто получил огромное удовольствие. Диди Мадловата, а вот успел тест учебу на кавах. შახნაზარი და სამწუხარო დავადარეს შეუძლოთ არის, მაგრამ გადმოგცათ ყველა დამსრე საზოგადოებას კეთების სურვილები და პატარა სიურპრიზი გვაქვს, რადგან ვერ მიიღო მონაწილეობა, სიურპრიზი გვაქვს გივი შახნაზართან დაკავშირებით და დიდ მადლობას მოგახსენებთ კიდევ და ნახოთ ეს პატარა სიურპრიზი და სიურპრიზი.
ეთუნება ფარაჯანოვს და ჩე მე ვისთვის რომ ასაკოვარ კაცს არა ამისთანა პესიმიზმი შეიძლება გაუჩნდეს. განქარდა უკვე როსმე ნამღერი ნაოცნებარი ჟამი ლაღობის გადავიყვარე მხოლოდ ნაღველი თუ შემრჩა გულის ფუჭინაყოფი. დაიმსხვრა ხელი თავის მოსურნის ჩემი ბავშვობის ოქროს გვირგვინი აწყობს იმ წუხარი და მარტოსული და ველი როდის მოვა სიკვდილი ასე სტეპ და სტეპ როს აღრენილი ქარბუქი ნამქრავს ხამით მოთხოვილს გამდარ თუმხეზე ობლად შტანილი სახსახებს ხოლმე მხოლოდ ფოთოლს.